Я не
сказать, что кроме этого негатива, я получилось очень глубокое понимание того, что именно не так, что нам мешает двигаться по каким-то интересным линиям. И написал бы это письмо, то, что она поменяется, думал, что можно будет писать в этом плане. Но по факту, что это было бы отрезка, это твоя работа в неделю. И, собственно, мы занимались впечатление, что эти у вас корпорации тоже будут делать. И, наверное, что это многие дизайнеры тоже должны пойти, потому что компании в целом готовы, и они к нашим подойдут, но поскольку непонятно, откуда поступить, то они ждут вот некого такого пинка, что давай их делать. И на тот момент, когда посадок я допустим более сильно безумно, наши темпы всего подряд, и вот я раз в год ввожу такой итог, что мы так сделали, и так было в России, за что мы сделали, 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 и вот видно, как он постепенно темп увеличивается, все потому, что мы смогли за команду собраться, за спецсессию, со всеми делами. Мы нашу команду, компания стала устроена экспертами, мы перешли этот, называется, просто портал условно, но по факту тут у нас продукт, это продуктивные сервисы, медийные проекты, мобильные продукты и главный сервис портальный бренд. Вот, есть это повторите, это продукт, это классика, это другие подразделения, в общем, как происходит. И если что мы успели сделать, то, там, посмотрели, глаза и стали огонь, они получают регионы рейтинга, они сверху по сторонах, и по загрузкам, и по рейтингам, и вот раньше было, например, такое приложение, что у нас первый комбайн. С медиапроектами мы провели тоже такую большую работу перед отчислением, поставили всех на цель систему, и как вот нравится развивать, или все остальные линейки, это было вот такое достаточно местовое, каждый для себя, и вот количество баллеров можно примерно ответить. То есть у нас на Белебе маленькая революция, Майкома дальше получилось, потому что там бренд, и в общем нет никакого легости, и можно оставлять ее хорошо, за это слушать на уровне, сложнее, потому что нужно учиться, что было его, и не поломать, и не убить все продукты. Система стоит, которая все это помогает делать, если есть инвестиции, то единые, пиктограммы единые, автоматичные клевые, православные классные, в общем, так идет вверх, но по факту, как бы, приличные месяцы работы, и там, наверное, это потеряло вот прекрасный клип, это самое банальное возрастное правило существования, либо какие-то функции не отрабатывают, то есть взаимодействие не такое, либо какие-то функции непонятные, люди не знают, как с ними работать.
времени, Thank you.
моделирования, у нас может быть как-то магическая целостная, как мы понимаем, все ее этапы не просто максимум, как мы здесь приводим продукт, когда эта поддержка состоится, и как-то приходит продукт. Потом, когда мы шире смотрим на продукт, шире, чем просто URL или приложение, с которой просто деятельность идет. И это приметик и на дизайне, конечно, написано то, что можно сделать по вашему пост-модели. Еще одна цель, где мы полезны, это увеличение аудитории прибыли продукта, потому что они устраивают на такой же бизнес. И, собственно, одно значение это продукты рисунки, которые идут в Кагестане, когда мы знаем, как выйти из тупика, когда у нас и
приложение, у него есть, допустим, онбординг, на котором мы можем обратно отследить там онбординг, и вот мы так подвязываем. Или, например, единая программа, которая должна быть обновить, вот будет доставлена для продукции, мы подвязываем сюда, потом мы даем подвязку в систему расстояния по СПГ, для того, чтобы остальные тоже получили и вот то, что мы начали сделать с прошлого года, мы начали показать долгосрочное планирование изменений по дизайну через подход в SQL, когда мы берем три большие системы на квартал и по ним уже двигаемся по этим большим изменениям в плане. Полиция помогает на то, чтобы сфокусироваться на этом, во-вторых, чтобы показать нам, что это некий принцип для работы. Еще помогает публичное правительство, вот мы сейчас в сфере презентации, не заменяет тюру, это скорее такой план для того, чтобы они туда попадали. Вот, и мы начали делать в прошлом году, задумали потому что любой зрение в компании, это целостное такое, это то, что
интересы должны быть целевыми не только по поводу моей самоорганизации, но и самой организации, того, что мы должны отношения на этом месте. И если это хорошо будет проводить, то развитие компании знает, что это потому что мы имеем машину, которая делает работу, это только Инстаграм. Вот, и поэтому встреча такую цепочку, и я не поставил время на вопрос, я был не слишком быстро. Дело не так просто, а поделаясь, как удовольствие слушаю, не могу радоваться. У меня вопрос такой, где здесь место продуктового менеджера? Может, ты есть в этом что? Там для приоритизации, для выбора ОКР, помощь есть? Юра за доклад. На самом деле, мне кажется, что самое сложное это все-таки прописывать такое улучшение в продуктовом плане, как вы это делаете. То есть вы выделяете место в продуктовом плане, сдвигаете какие-то новые фичи, новые идеи, выделяете время под улучшение. Как открыть эту доску? Слушай, ну это все понемножку делается, то есть, два из самых простых привела, это делать по чуть-чуть маленькими простыми вещами, и второе подвязывать к реальным задачам. То есть это самое короткое. Ну, идея решит все, поэтому... Расскажи, пожалуйста, что у вас за встречи тактические с продуктами, как они проходят, и стратегические, вот ты как дизайнер и как команда?
Стратегические, но, скорее всего, продуктовое планирование, там, квартальные или какие-то долгосрочные. Вот. И, собственно, мы стараемся дизайнеров туда включать. Единственное, не всегда есть смысл, потому что часто они очень такие. Немного другой вопрос, то есть как обеспечить, да, знаете, прозрачность.